Ну, тут, чтобы покрасивше было, я тут провел шлангу одну, украсил шестереночки, чтобы красиво выглядели. Вот, хотел на эту сторону перенести, но это будет слишком тяжелая, наверное, нога. Вот, сейчас займемся голеностопом. Так это можно назвать. Давайте. Так, то есть я хочу теперь сделать вот такую штуку. Ага. Зацепил каким-то образом. Не-не. Новую хочу. Уродливая получилась. Ничего, сейчас поправим. Это выведем сюда. Это вот сюда. Это, наверное, вот так. Это сюда. Все равно уродливо. Иногда бывает лучше начать сначала. Ну вот так. Вот этот подключу. Так, а с этим поработаем сейчас. То есть нам его надо немножечко подрасплющить. Вот так. Вот тут тоже надо. Ну-ка, вставим сюда пунктик и подвигаем его. Ну, так вот более-менее что-то хищное лапное получается. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Может быть, немножко большеватое, но ничего страшного. Так. Здесь такой выведем хищный клык. Так, и здесь подымем. Ну, должно получиться. Все равно вот так, так, так. Вот так сделать. Да, почему бы нет, но будет нормальненько. Так. Угу. Ну так хорошо. Давайте теперь его заэкстрагируем. Сделаем 90, а здесь сделаем 0. И посмотрим, что получилось. И нам внизу нужна мощная штука, которая превышает эту намного. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, конечно, ее надо на все, допустим, вот. И сделаем капы. Причем капы сейчас серьезно надо делать. Радиус сделать побольше. Вот так. И здесь тоже кап. Сколько там сделал? 7. И 41, да? Ну вот, а теперь можно уже объект уменьшать. Так.
Ну-ка, посмотрим. Ну да. Ну что-то мне. Это все зализано. Не нравится. 30. Ну так еще более-менее. Так еще более-менее. Ну ее надо. Подождите, ребята. И я хочу это теперь собрать в одно. Так. И раздавить ее при помощи вот этого FFD. Вот. Может быть, не столько раздавить, сколько разжать. Сейчас мы это сделаем. Секундочку. И пошли раздавливать. Ну, не знаю, насколько это хорошо. Так вот раздавить я. С другой стороны, неплохо. Небольшой изгибчик получился. Попробуем оставить. Сейчас глянем. Соединяем объект, уничтожаем. Это убираем. Вот такой у нас получился, да? Вот такое. Ладно. Пускай будет. И еще нам нужны мускулы. У нас протянем их сквозь. Вот здесь. Так вот. Так. Ну, начнем теперь колдовать. С нашими мускулами. Так. Так. Тоже сожмем их с помощью FFT. Shift не забываем нажимать. Так. Берем здесь, выделяем вот эту часть и вот эту часть. И сдвигаем. Вот так. Отлично. Ну и теперь можно этот кубик зафилетить. Ну и заодно еще, пока у нас тут FFD работает, вот эту часть. Приподнять. Что будет? Будет прекрасно. А вот эту часть, наоборот, сузить.
Так, хорошо. Ну еще бы мне вот тут надо. Это мне не нравится. Вот так. Вот такая у нас мышца появилась, да? Пробуем ее вот так поставить. Так, что если развернуть наоборот? Ну, в этом тоже что-то есть, ребята. В этом что-то есть. Так, сейчас мы попробуем немножко по-другому сделать. То есть этот FFT мы сейчас сожмем тут. Вот так, вот так. А этот наоборот чуть-чуть разожмем. Тут можно даже побольше сделать. Что получилось? Получилась мощная такая нога. Что? Весь куб можно еще чуть-чуть уменьшить, чтобы не доводить до греха. Так, такая вот странная получается штукенция. Вот. Ну и в конце здесь еще мне нужно вот это сделать. Подложить сюда треугольничек. Так, из этого мы сейчас сделаем один объект. Так. Выбросил. А сюда нам надо сделать сейчас из этого кубика филета. Поменьше сделаем. И покрупнее. Здесь будет наша трехпалая нога крепиться. Я вот думаю, или ее закрыть таким образом. Да нет. Наоборот, чуть-чуть уменьшить, а оттуда уже выйдет у нас нога. Трехпалая нога. Вот так, такая слоновья будет нога. Прекрасно. Ну, в следующем видео мы сделаем нижнюю часть с вами и пришпандорим ее сюда. И с ногами, наверное, будет порядочек. Я вот смотрю, чтобы еще сюда придумать такое. Здесь соединить. Что же парочку?
Ну-ка, сейчас поэкспериментирую немножко. Так, это оттянем сюда. Мне вот это не особо нравится. Так вот, это вытянем сюда. Да, вот это можно еще сжать. Вот так. Так будет правильнее. Да. Так будет правильнее. Вот. Немножко на копыта похоже, но так и нужно. Этого и хотелось. Чтобы верилось, что это ступня. Что как наступит, так пойдут клочки по закоулочкам. Ну, еще нижняя осталась, и нога будет в сборе.